Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет. Мы помним, как все начиналось, я имею в виду, начиналась ваша работа в этом составе, в этом коллективе. Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Вот буквально за несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. И это было очень непростым, я бы сказал, даже сложным испытанием для страны, для всех нас, ну, для всего мира, собственно говоря. В 2022 году начались другие проблемы, потому что мы убедились, что после 8 лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удается решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем. Но что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем. Началось буквально в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России. То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно. И мы с вами хорошо это знаем, какова была цель – разрушить Россию изнутри. И не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все так называемые государства, так называемые «большой семерки». Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. И уверен, что все это будет безусловно обеспечено. В современных условиях все важно, мелочей не существует. Цена наших действий в это безусловно историческое время для нашей страны крайне высока. Ваш опыт, ваши знания, личный авторитет и деловые качества, безусловно, будут востребованы. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную, плодотворную работу. И, конечно, хочу поздравить вас с наступающим великим праздником, с Днем Победы. Спасибо. Один политический цикл заканчивается. Другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается. Я хочу, выражая слова благодарности за то, что нами было сделано и вами было сделано в предыдущие годы, выразить надежду на то, что мы еще очень многое сделаем во имя России и ее народа. Спасибо вам большое. Всего доброго. Я хочу сказать, что мы очень старались не подвести здесь и вас, и граждан нашей страны, и гордимся быть частью вашей команды, Владимир. Ну и, конечно, сегодня вы сказали о том, что по Конституции подают в отставку члены правительства, председатель правительства, но абсолютно уверен, и члены Кабинета министров, мне об этом многие говорили, что мы на какой бы должности коллеги не оказались, они будут четко привержены выполнению национальных целей развития страны, сделают все для
государства своего и для своих граждан. Спасибо вам за внимание и за доверие.